Давай, по ощущениям от этого турнира, вы победители. Наверняка эмоции захлестывают, хотя игра, по крайней мере, до второго тайма была очень тяжелой. Да, эмоции невероятные, но было тяжело, и в начале турнира тяжело вкатывались. Первая игра, первый тайм матча с Ираном, первый тайм здесь, хотя нужно отдать должное, конечно, Казахстану, но редко они переходили центр поля, и в первом, и во втором тайме, поэтому я считаю справедливо, что додавили. Казалось, что во втором тайме из-за этого пенальти игра, в принципе, сломалась, или у вас было другое ощущение? Да не знаю, все как-то... Вамос! Победа! Вамос!